So why are you in on this? Итак, зачем ты здесь? У меня чувство ответственности. Я должен помочь. Помочь? Ты имеешь в виду в моем расследовании? Да, среди прочего. Когда-то я думал, что я лучший детектив, когда-либо работающий в бюро. Но теперь, похоже, что они интересовались мной по другим причинам. Что ты имеешь в виду? Я видел свой файл. Очевидно, я для них что-то вроде циркового уродца. Это вряд ли поможет. Интересно, насколько много им известно о том, что происходит? Тебе нужно как можно дольше держаться от бюро на расстоянии. Похоже, у меня не такой уж большой выбор с тех пор, как они считают меня убийцей тех двух полицейских. Их смерть была трагической случайностью, однако, может, оно и к лучшему. К лучшему? Похоже, ты знаешь о том, что происходит, намного больше, чем кажется. Это питомник Эпплсид. Будь осторожен. Я выслежу тебя возле дома, неподалеку от амбара. Встретимся позже. Так, вы следите серийного убийцу Икс и палача. Так, добрались мы до этого места. Что-то мне подсказывает. Так, сфотографируйте надпись на стене в фойе. Что-то мне подсказывает, что этот Малькольм как-то подозрительный тип. Что-то он мутит непонятное. Вечно откуда ни возьмись появляется. Знает много всего. Так, что там, сфотографировать надпись надо. Получила. Странно, но это может быть важно. Осмотрись, могут быть еще куски этой загадки. Ох ты, ё-моё. Что-то мне так подсказывает, что придется попотеть. Окей, друзья, давайте начнем. Ну что? Так, ладно, давайте начнем с этого места. Так, птичка. Это ветер такой, что ли? Так. Ну, похоже, в ту дверь надо идти. Так, нужна монтировка. Отлично, вооружимся палочкой. Что у нас здесь? Камин. Так, и в какую из дверей нам идти? Ну, давайте в ближайшую пойдем. А, ну они выводят в одну комнату. А, нет. Смотрите-ка. Все везде пусто. Вот. Так. Блин. Ходов-то целая куча. Давайте здесь посмотрим. Опа, кувалда.
Ладно, пока оставим. Так, глазики вижу. Так. Так, мы отсюда пришли. Прошу прощения. Так, дверь закрыта, понятно. Так, еще одна надпись. Возможно, улика. Постарайся найти еще. Сколько там? Одна из четырех. Че там кто-то шуршит такое? Непонятно. Птица в холодильнике. Все, звук прекратился, да? А, нет. Слышно только в той комнате. И снова подвал, друзья. Наш любимый подвал. Опа. Опять эти. Ух ты. Защищаться научился, что ли? Все. Один. Так, давайте трубишник возьмем. Так. Куда мы направимся? В какую сторону? Следы ведут сюда. Давайте посмотрим тогда вот здесь что. Опа. Ах ты. Промазал, блин. В ноги мне уткнулся. Так, что-то как-то жизни-то уже в начале самом. Хотя бы надо аптечку найти. Будет здорово. Ух ты, подкрался сзади. Больше всего это ненавижу. Труба с набалдажником, отлично. Радует то, что их хоть с одного удара можно вынести. Отлично, аптечки нашли. Аптечка. Кто-то шкаф какой-то. Так. Ну, мы, походу, вернулись, да? Сделали. Опять сзади. Походу вернулись. Ой, еще один.
Ты засранец. Сделали круг. Так, ну давайте. Сюда мы еще не поворачивали. В принципе, здесь у нас секретик такой был. Так. Да куда ведет? Так что у вас? Сколько вас тут? А, вот сюда еще ведет. Похоже на еще одну улику. Должно быть еще. Продолжай искать. Так, еще две части загадки надо найти. Ну что, давайте отправляемся обратно наверх. Здесь вроде как все. Круг мы сделали, больше здесь ничего нет. Я так думаю. Подальше от подвала, а тут что-то здесь этих... Да ну нафиг. Что за звук? Это где-то наверху, походу. Так, ну наверх не ведет. Давайте. Может зайдем. А, нет, ведет, ведет, смотрите. Давайте туда наверх пока не пойдем. Пока здесь обшарим. Так, вижу птички. Все, одну истратим. Две оставим про запас здесь. Так, куда-то сюда, что ли, ведет? Кто шуршит? Угу. Так, а что здесь у нас? Похоже, ничего нет. Так, мы все-таки сюда. Что за звуки-то? Чем-то похоже, как на эти, знаете, есть маленькие собачки такие. Так, ну что-то я не понял. Что-то он по кругу, что ли, ведет? Здесь-то надписей никаких нет.
Так, ну и кувалда, вторая кувалда, кстати. Давайте возьмем, может пригодится. Ну что, наверх? Так. Давайте сюда. Блин, вот эти топоты всякие непонятные. Пусто. О, детская, да, похоже? О, отличненько. Еще птичка. Здорово. Ага, вот в принципе и кувалды. Так, ведет наверх, да? Давайте пока наверх не пойдем, здесь еще посмотрим. Шкафчик. О! И кувалда. А мы кувалду уже взяли. Еще один кусок загадки. Продолжай поиски. Так, последний кусок остался. И что-то мне подсказывает, что он находится там, где мы замок. Так, ванну не отодвинуть, нет? Сдвинуть объект, да. Находится там, где мы сейчас использовали кувалду. Дверь закрыта. А, ну вот, мы сделали круг. Так-с. Ну давайте отправимся и посмотрим. 100% она здесь. Вот я прям вот я чую прям. Птичка. Так. Ведет туда, давайте сюда сходим. Отлично. Ух ты, ух ты! Какая тут тварь-то? Ах ты, ах ты, нифига! Нифига он такой просто выносит с двумя дубинками. На, получи. Еще раз. Ух ты, ух ты! Прям ниндзя. И... чисто не человек это, стопудово. Фу. Я думал, он будет намного сложнее. Если честно. Давайте-ка возьмем его палочку. А обе можно взять? Нет. Жалко, что нельзя обе взять.
то были бы тоже как и он. Так. Пустой лес. Это карта пустая. И чё? Ведёт туда. Что-то странно. О. Ну, надпись-то туда ведет. Там-то все облазили. Разбивается, нет? Странно. Аптечки у нас полные. Дверь что-то закрыта. Что делать-то? Здесь тоже ничего нету. Ребята. Либо это... Да ну. Че за фигня? Это глюк, наверное, был. Нет? Ну прыгай ты вниз. Чё-то вообще какая-то фигня творится с игрой непонятная. Так. Опа, очки. Хорошо. Темный путь к просветлению находится там, где ты найдешь свое отражение. Я прогоняю эту фразу по базам данных лексикона, но ничего не нахожу. Продолжаю осматривать дом. Возможно, значение фразы станет ясным. Загадка. Темный путь к просветлению находится там, где ты найдешь свое отражение. А найду я свое отражение в зеркале. Да? Логично? Логично. Теперь ищем зеркало. Такую загадочку нам, да, сделали. Так, у нас здесь зеркала нету.
Здесь, походу, тоже. Здесь только аптечки. Давайте вниз. Здесь, походу, зеркало висело, да? Надо искать. Кстати, мы еще монтировку не нашли. Еще монтировочку надо бы. Смотрим, смотрим, друзья, по сторонам, ищем зеркало. Стопэ. Я, кажется, понял. Ух ты! Да кто звонит не вовремя? Да что? Где ты? Ну-ка, давайте-ка, уроды. Давай, давай. Пинай, пинай его, пинай. Не вовремя, блин, позвонила вообще. Так, друзья, я понял. Где у нас зеркало? А чё сейчас не звонит? Вот. Пипец какой-то. Роза, ты что творишь? Вот оно, зеркало. Обыщите потайную комнату на предмет улик. Потайная комната. Прям как в Гарри Поттере. Тайная комната. Так, послушать нельзя, да? Ну, здесь... Здесь что-то ничего не вижу, никаких улик. Мои фотки. Еще фотки с нами. О, монтировочка. Какое-то дело, что ли, на нас опять? Похоже, что это обо мне. Это так. Сделай сканирование. Здесь несколько газетных заметок о твоих расследованиях. Здесь даже есть сообщение из бюро о твоей карьере, повышениях, обо всем. Последние страницы повествуют о серийных убийцах, которых не нашли. Некоторые из них обведены красными с большим знаком восклицания. Похоже, что наш серийный убийца X внимательно следит за твоей жизнью и карьерой. Да, но почему? Возможно, он любит соревноваться. Может быть, он выбрал тебя соперником и пытается понять своего врага? Возможно. Возможно. Но я не знаю. Это кажется чем-то большим. Опа, опа. Пошла жара. Определите причину шума наверху. Да я уже догадываюсь, что там за шум наверху. И у меня почему-то туда соваться не очень охота. Так, ну, монтировочку нужно использовать. Так, друзья, вот этих следов крови не было, да? Так, где у нас монтировка? Боже, прошу, я больше так не могу. Зачем он сделал это со мной?
Мои уши. Мои руки. Это кто сейчас сказал? И где? Так, где монтировку-то надо использовать? Что-то я запутался. О. Что у нас здесь? А, у нас здесь... Ух ты, ружье и автомат прям. Целый боекомплект. 5 патронов. Давайте ружье пока возьмем. Так, шум наверху, да? Найдите топор, чтобы разрубить перила возле рояля. Офигеть. Так, и где я топор теперь найду? Тут-то у нас нет топора. Тут дверь закрыл. Нормально. Забаррикадировали дверь. Ух ты! Так, друзья, теперь я догадываюсь, где топорчик будет у кого-то из них. Так, последний патрон. Ну-ка, стой на месте. Автомат. Не, тут только монтировка. Где топор? Или это еще не все? Или это еще не... Ну какие живучие-то? 9 патронов. Кочерга вообще. Опять лезут. Оп. Ну чё, увидел пушку и испугался, да? Так, здесь у нас аптеки. Давайте здесь посмотрим. Выбегает отсюда. Ух ты. Так. Что-нибудь такое помощнее. Может, давайте кочергу возьмем. Кочерга, кочерга, кочерга. Ну, опять бегут. Сколько вас? Еще один свалил. Наткнулся такой. Ну, дружбан, сам виноват, оружие выкинул. Ух ты. А, я думал, это железяка вообще. Давайте уже с топором. О! Держи. Перила. Сдвиньте рояль с места. Да, один так попробуй, сдвинь рояль. Судя по всему, у нас наш герой, блин, накачан.
Так, может, аптечку возьмем? Так, и куда? Туда не пускают нас. Здесь у нас закрытая дверь. Да ну нафиг. Чувак сам себя просто. Так, отпечатки. Положительный результат. Этот парень Карл Андерсон, известен также под именем Палач. Боже, похоже, серийный убийца X добрался до него, издевался над ним, пытал его, довел его до самоубийства. Точно так же Андерсон поступал со своими жертвами. Наш человек должен быть рядом. Осторожно. Твой доступ к лаборатории больше не действительным. Налогоплательщикам не понравится, если беглец будет пользоваться ее ресурсами. Фаррелл, послушай меня. Поговори с Розой. Мы близки к поимке этого парня. Я не знаю, что этот олух тебе наплел, но заканчивай с этим. Сейчас же. Приходи в бюро, сдавайся, и мы поговорим. Есть вещи, которые стоит обсудить. Я не могу это сделать, Фаррелл. Тогда играй по своим правилам, но мы найдем тебя, не сомневайся. Похоже, ты сам по себе, Томас. Карл? 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 Выходите, мистер Палач. Разве не хочешь узнать, каково это? Мы не дошли даже до половины. Карл. Ты знаешь, как это закончится. Я был послан на эту землю, чтобы привлечь тебя к правосудию. Твоя судьба в моих руках. Ох, Карл, ты сдался. Это обидно. Теперь ты знаешь, что значит быть в роли жертвы. Хотя ты оказался настолько жалок, что даже не смог покончить с собой. Раз так, значит, я должен довести дело до своего конца. Так жаль. Сейчас. Тебе не следовало приходить. Это серийный убийца X, поймать его, пока он не ушел. Ты не видишь, что я пытался? Чё там он пытался? Так, 5 патронов. Ты не выиграешь этот бой. Я с тобой играть не собираюсь. Но, сам ты слаб. Ну где ты? О. Держи. Еще раз. Оп. О. Опа. А этот электрошокер-то не работает. Так, мне бы. Мне бы оружие какое-нибудь. Ну и где он? Вниз он не мог уйти.
О, вот ты где. Держи. Еще разок. Еще разок. Оп. Так, оружие у меня сломалось. Че за... Лиланд, племянник, пожалуйста, послушай меня. Я здесь, чтобы помочь тебе. Ты не в себе. У тебя помутился рассудок. Позволь тебе помочь, я знаю, о чем говорю я.